Друзья, я вас приветствую. Я приветствую вас на своем канале «Понемногу о кухне». Мы сегодня с вами приготовим очень интересную закуску. Даже не закуску, это сладость. Очень часто остается хлеб. Вот у меня остался тостовый хлеб, вот такие вот кусочки. Я взяла 3 кусочка для такой порции, которую я сегодня покажу. 3 кусочка порезала кубиками и подсушила на сухой сковородке. Вот такие кубики на сухой сковородке я подсушила. Далее что мы делаем? Нам надо их сделать в карамели, их приготовить в карамели. Нагреваем сковородку, выкладываем на сковородку 3 столовые ложки воды, 4 столовые ложки сахара, 5. Это хорошо мы растапливаем, перемешиваем. Обязательно сухарики надо подсушить на сухой сковородке. Это может быть и батон, наш обыкновенный батон, белый хлебушек. Еще вкуснее сухарики получатся, потому что из этого хлебушка получаются сухарики нежненькие, но хрустящие, но нежные. Вот, мы растопили сахар вместе с водой. Теперь на этой стадии мы вводим сливочное масло. Сливочного масла здесь должно быть где-то 1 столовая ложка с горкой. Его надо растопить. Дело в том, что в летний жаркий день невозможно возиться с духовкой, а хочется чего-нибудь кофе к чаю сладенького, хрустящего. И это очень здорово. Это просто находка. Вот, мы растапливаем сахар вместе с маслом, с водой. Смотрите, растопилось масло. И на этой стадии нам надо ввести молоко. Молока я взяла свежего, 4 столовые ложки. Вот, масло растопилось. Теперь мы вводим 4 столовые ложки молока. Соединить все. Должна появиться такая вот коричневатая масса. Это говорит о том, что наша карамель приобретает красивый цвет. Вот, продолжаем на сковороде хорошо активно помешивать. Сегодняшние сухарики я добавлю, семечки. Семечки у меня чищенные, не жареные, подсолнечные. Можно добавлять любой битый орешек, колотый орешек. Можно кунжут добавить. Но сегодня у меня семечки. Вот смотрим, уже не белая масса, она желтеет. Помешиваем. Выпариваем воду. И надо подготовить противень с калькой. С пекарской бумагой мы будем свои сухарики, которые уже готовы, выкладывать на пекарскую бумагу. Их надо разложить хорошо, чтобы они подсохли и не прилипали друг к дружке. Вот, продолжаем активно помешивать. Выкипает вода. Вот. Начинает коричневеть масса. И на этой стадии мы с вами вводим семечки. Я взяла 1 горсть. Вот. Активно мешаем, потому что уже смотрим по бокам. Сильно коричневый цвет. И вводим наши сухарики. И вот теперь надо все хорошо соединить сухари вместе с карамелью. Вы знаете, это получается вкуснее любого печенья. Они очень хрустят, они вкусно пахнут, плюс семечки или орехи.
Изюм я не кладу, потому что изюм мне очень хорошо пристает. Изюм или там клюкву сушеную. Вот. А орешки или семечки — это здорово. Получается очень вкусно. Мы смотрим, приобретает цвет коричневатый наши сухарики, наши кубики. Приклеились хорошо орешки. Вот. И карамель хорошо схватилась уже на сухариках. Все готово. Теперь выключаем сковородку и выкладываем наши сухарики, нашу сладость на пергаментную бумагу. Хорошо надо все раздвинуть, чтобы они не склеились. Помочим. Вот они должны все рассоединиться, чтобы они не сбивались в кучку. Вот так они подостывают. И когда они остыли, их выкладываем на тарелочку для подачи. Все. Когда остынет полностью эта карамель, наши сухарики сильно хрустят. Хранитель желательно, если вы большую партию сделали, в банке, какой-то коробке без доступа воздуха. И они будут всегда очень хрустеть. Вкусно к молоку, к чаю, кофе. И берем нашу корзинку. Сегодня я выбрала корзинку. И складываем уже готовые сухарики нашу корзинку. Когда у вас остался хлеб тостовый или батон, или беленький хлеб, обыкновенно нарезаете кубиками, просушиваете на сковородке, на сухой сковородке, и готовите вот такую вкусняшку. Вот, разложить. Они еще горячие. Когда они остынут, они будут очень сильно хрустеть. Это вкусно. Это без возни. Не надо пользоваться духовкой. Когда на улице очень жарко, это здорово. Спасибо за внимание. Ну и пока-пока.